Так, молодые люди, смотрите, значит, небольшая викторина. Я, во-первых, хочу тебе подарить сразу маленький сувенир, так как ты правильно ответила, держи. А теперь, если кто-то хочет еще заработать один значок, какая красивый. Разница? Красивый. Где проходит ралли Монте-Карло? Кто скажет? Нет. Ну, важно слухать. Ралли Монте-Карло где проходит? Во Франции, правильно. А еще точнее? В ралли. В Монте-Карло. В Монте-Карло. Так. Вам невылычный сувенир. Вам зеркальце. И кто сказал Франция? Оля. Держи. И тебе невылычный значок. Потому что на самом деле ралли Монте-Карло проходит в Монако. Есть такая страна, небольшая совсем. Столица у них Монте-Карло, а это является юрисдикцией Франции, поэтому в принципе ответ правильный. Стартуют все машины с Франции. В этом году впервые Украина, вообще впервые в истории всего этого автомобильного движения, украинский флаг будет поднят среди участников ралли Монте-Карло за 110 лет, которые оно существует. Давайте сфотографуемся перед цієї машини и мы ей принесем. Она попала. Все. Вот так. Отлично. О, чудово.